Если ему что-то не понравится, то мне не поздоровится. Обосчон Урумов. Не, максимум вообще барой маблаг нет. Максимум максимум, я мне обещал, что и широко рингов. Тарих там у нас там он взял. А тарих у нас там он бегает. Пожалуйста, Обосчон, я тебя умоляю, пусть у тебя все получится. Что у него не произойдет, так сказать, технических ошибок. Друзья, спасибо за поддержку участников шоу. Ваши улыбки приносят столько радости, а чтобы они всегда оставались ослепительными, используйте Colgate. Обосчон Урумов. Такого я еще не видел нигде. Честно, вот эти глаза никогда не врут. Вы мне верите? Скажите, сколько весит этот автобус? 10 тонн больше. 10 тонн! 5 и еще 5. Обосчон Урумов. Это было драматично. Это было... Ни в коем случае не пытайтесь, дорогие телезрители, повторить это дома. Или на улице, как это сделал Обосчон, потому что это очень страшно и очень опасно. Зубами тащить огромный большой рейсовый автобус – это просто невероятно. И, Обосчон, я понимаю, что не имею права это идет. Зубы все целы, все в порядке? Какая красивая улыбка, посмотри. Не перевелись еще, богатыри! Центральной Азии, Обосчон! Спасибо, рахмат Обосчон, спасибо большое. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.